Приветствую, меня зовут Михаил. Я бренд-менеджер компании Совпром по направлению гарантированного электропитания, вендор Eaton. И сегодня я хотел бы рассказать вам вкратце про решение от компании Eaton и каким образом продукция компании будет вам полезна в ваших проектах. О компании Eaton. Eaton – это мировой лидер в области управления энергией. В 2018 году объем продаж составил более 21 миллиарда долларов. Eaton предлагает энергоэффективные решения для безопасного и устойчивого управления электротехнической, гидравлической и механической энергией более рациональными, безопасными и экологически чистыми способами. Компания насчитывает более 96 тысяч сотрудников и осуществляет продажи более чем в 175 странах. Компания Совпром является официальным дистрибьютором вендора Eaton на территории Грузии и предлагает решения по гарантированному электропитанию и устройства распределения питания, ПДУ, АВР, электрические щиты, а также микродата-центры. Зачем же нужен ЭБП? Жизнь человечества на сегодня очень зависима от электрической энергии. И в случае проблем с качественным электропитанием на любого рода объектах, будь то общественная организация, промышленность, медицинские учреждения, серверные, дата-центры и другие, деятельность компании будет приостановлена, и это приведет к различного рода убыткам из-за простоев компании, а для медицинских учреждений к очень нежелательным последствиям для посетителей или больных. Выделяю 9 основных проблем качества электропитания. Это падение напряжения или провал, кратковременные перебои, долговременные перебои, импульсные всплески, перенапряжение, гармонические искажения, колебания напряжения, шумы, дисбаланс напряжения. И для того, чтобы предотвратить вышесказанные проблемы, могут применяться источники бесперебойного питания, которые сглаживают основные проблемы с электрическим питанием и могут на некоторое время, обычно это от 5 до 10 минут, поддерживать нагрузку, пока не запустится резервный источник электроэнергии или не возобновится основной. Среди однофазных решений компании Eaton стоит отметить грамотную сегментацию по продуктовым сериям и назначению устройств. Так, для домашних периферийных устройств может быть применены ИБП топологии офлайн. Основная сфера его применения – это защита бытового, компьютерного и мультимедийного оборудования. Для офисных применений подойдет ИБП с топологией Line Interactive. Преимущество ИБП линейно-интерактивного типа заключается в более плавной стабилизации сигнала и возможности работы в широком диапазоне входных напряжений. Такие устройства не позволяют корректировать частоту сигнала при питании от сети, но в режиме же питания от аккумуляторных элементов могут выдавать чистую или аппроксимированную синусоиду. Данный тип ИБП отлично подойдет для защиты мониторов, системных блоков, узлов ЛВС, рабочих станций, компьютерной периферии и прочих устройств с импульсными блоками питания, что делает его отличным ЭБП для офиса. Для рынка SMB подойдет ЭБП с топологией онлайн, с двойным преобразованием энергии. Это наиболее совершенный в плане защиты оборудования ЭБП. Именно этот тип ЭБП предназначен для коммутации оборудования, особенно требовательного к качеству электропитания. Среди бесперебойников онлайн топологии, исходя из сферы их применения, можно выделить следующие типы. ИБП для центров обработки данных, ИБП для медицинских аппаратов, ИБП для серверов, ИБП для газовых котлов, ИБП для циркуляционных насосов. В сегменте трехфазных ИБП Eaton представлен такими сериями, как 93ES с мощностью от 15 до 200 кВ со стандартной топологией. Данная серия идеально подойдет для сфер применения, где не требуется модульность решения на уровне фрейма. У клиента есть ограниченный бюджет, и в то же время клиент хотел бы получить надежное и качественное устройство от известного производителя. Серия 93PS особенно выделяется на фоне других ЭБП, так как имеет компактные размеры, модульную конструкцию с возможностью параллельного подключения ЭБП для наращивания мощности и возможность подключения внешних аккумуляторных шкафов собственного или стороннего производства. Данные ЭБП производятся на заводе в Финляндии с мощностью от 8 до 40 кВт. И оптимально подойдут для небольших и средних дата-центров, финансового сектора, фармацевтических предприятий, промышленного сектора и других применений.
Серия Blade UPS обладает такими преимуществами, как модульная конструкция с применением силовых модулей по 12 КВА и размещением их в 19-дюймовой стойке с возможностью горячей замены. Наверное, гордость компании Eaton – это серия 93PM G2 с мощностью от 50 до 360 КВА, которую вендор оснастил всевозможными технологическими инновациями. Ведь данная серия EBP имеет самую низкую совокупную стоимость владения в своем классе, модульную конструкцию с возможностью горячей замены компонентов без прерывания электрообеспечения критически важной нагрузки, обеспечивает кибербезопасный круглосуточный удаленный мониторинг, благодаря которому специалисты Eaton могут оперативно выявлять возможные неисправности оборудования и минимизировать риски благодаря сокращению среднего времени восстановления работоспособности устройства. Для более крупных применений рекомендую применять серию EBP9395P, которая производится с мощностью от 250 до 1200 КВА. Данный EBP имеет также модульную конструкцию и функцию тестирования EBP без подключения внешней нагрузки. Помимо решений гарантированного питания, компания Eaton производит и предлагает такие решения, как микродата-центры, устройство распределения питания ПДУ, устройство постоянного тока, IT-стойки различной конфигурации, ПО для мониторинга состояния и анализа работы EBP и других устройств. Как видим, портфель решений Eaton обширный и разнообразный, и в нем можно подобрать устройство под любые потребности партнера и клиента. В заключение хотел бы привести значимые проекты с применением оборудования Eaton. Это всем известная компания Facebook, на площадке которой были установлены EBP для их дата-центра. Это электрообеспечение Панамского канала для двойного увеличения проходимости судов. Электрообеспечение IT-устройств компании TriRiver Health Partners для обеспечения трансформации передачи данных в медицине. Много других проектов, где решения Eaton не только помогают в электрообеспечении, но и позволяют клиентам экономить средства на эксплуатационных расходах. Ведь Eaton заботится об энергоэффективности и оптимизации своих решений. Если у вас возникли какие-либо вопросы как технического, так и коммерческого характера, будем рады помочь с ответами и нахождением оптимального решения.